называется «Разве можно в Пушкина стрелять?». Пусть за окном метет метель и вьюга, и бьется в окна всех не настирать. Давайте, люди, спросим друг у друга, ну разве можно в Пушкина стрелять? В стихах и сказках детства пролетает, в словах поэта Божья благодать. Но новых сказок люди не узнают, ну разве можно в Пушкина стрелять? Ты плачешь, моя милая старушка, ты няни наши всех, святая мать. Из ослабевших рук упала кружка, ну разве можно в Пушкина стрелять? Ты все равно всей правды не узнаешь, нам многого не суждено понять. Мой Бог, зачем убийцу ты прощаешь? Ну разве можно в Пушкина стрелять?